Я взлетаю, как ракета, для меня здесь вся планета. Ну, я типа видос записываю, реакцию людей на мою песню. Сколько писал, и такое говно надо было написать. My voice in your hand, танцем белым со мной летай. Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать о том, что ты мне очень нравишься. Ты ее написал, да? Что? Да ну нафиг. Ну, ты веришь? Я верю. Честно, не знал о том, что рэпер Тини Лин на самом деле уже мертв. Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, и это «Хижина музыканта». Сегодня буду притворяться автором таких песен, как «Тлеет», «Я взлетаю, как ракета, для меня вся планета», «Последний танец», «Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать, это то, что ты мне очень нравишься», «Вали», «Вали», на... и «Меморайз». Их слушает вся Россия, но на лицо их никто не знает. Очень хочу, чтобы вы поддержали меня обязательно. Прожмите лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Прям сделайте, очень вас прошу. Хорошего настроения, погнали. Чтобы сильно не выделяться в чат-рулетке, нужно одеться нейтрально, что я и сделал. Во-первых, провернуть камеру, чтобы ковер вошел в кадр и типа все по старинке выглядело. Оба. Отключил я подсветочку с Бобом Марли. И, в принципе, все. Привет. Привет. Чаек попиваете, что ли? Нет, картошку чистим. О, круто. Тогда я спою, пока вы чистите. Хорошо. Нам все равно скучно. Вот, видите, для вас спою песню. Недавно написал, она прямо разошлась хорошо. Я сам удивлен, что так получилось. Я взлетаю, как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Я взлетаю, как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Это ты поешь? Да. Ты знаешь, как меня зовут? Нет. Но песню я слышала. Я просто слышала, она очень популярная. Да, я вот сам сейчас удивился, в чат-рулетке сижу. Но я типа видос записываю, реакцию людей на мою песню. Вы же не против попасть? Нет. Мы видео картошку чистим. А, классно же. Привет. Чё? Удивляешься так? Еще потому, что я удивилась. Ну ты ж так сделал, типа. Прости. Или заподозрил что-то. Любишь коржа или что-нибудь такое? Люблю. Макан. Да? Армию давай, знаешь? Что? Армию знаешь, коржа? Армию, ну слабо, я для тебя тут шантаж хотел спеть. Да. Прикольная же песня? Да. Костюм на стиль, обнимай животный мир. Деньги валятся из карт, надо душу отвести. Хочется и отдохнуть в красоте элитных шлюх. Только что без лишних глаз, не переживай, лови. Дымится на столе шантаж, тлеет на столе шантаж. Селяви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви, но тлеет на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Селяви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Ты замечательно поешь, молодец. Спасибо, у тебя улыбка просто лучше некуда. Как тебя зовут? Раиль, а тебя? Лиса. Красивое имя. Но растяжка не уступает жены Павлевой. Да? Да. Ты что, гимнастка? Нет, я танцовщица. Танцовщица? Да. А ты снимаешь куда-нибудь видосы? Нет, я просто тренирую деток и все. Вау, здорово. Хижина музыканта. Привет. Привет. Как дела? Прекрасно, а ваша? Да тоже. Спеть тебе что-нибудь? Давай, что-нибудь. Что умеешь? Ну, я песни пишу. Может, ты слышала? Да, в чарт недавно попала одна. Сам не ожидал. Какая? Тлеет называется, смотри. Я взлетаю, как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белые кассеты, детка, ты уже...
уже раздет. В темноте твой силуэт, и мы вместе до рассвет. В темноте твой силуэт, и мы вместе до рассвет. Я взлетаю, как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже растет. В темноте твой силуэт, и мы вместе до рассвет. В темноте твой силуэт, и мы вместе до рассвет. Серьезно твоя? Да, а что, не похож голос, что ли? Похож, прикольно. Или ты ее так вскользь прослушала? Нет, я ее слышала как-то. В Инстаграме много раз натыкалась, там всякие это, в ТикТоке снимают. А, и как тебе трек? Или... Ну, она так, знаешь, на пофиг написан, там ничего особого. Стих такой банальный. Сколько писал, и такое говно надо было написать. И... 21 век, мне кажется, тут уже ничему не удивляешься. А, да, знаешь, куплет и припев какой-нибудь долбанный, и все. Вот. Любите песни под гитару? Я даже хочу научиться играть. Вообще, молодец. У меня как раз есть собственные обучалки по гитаре и вокалу. А где? А вот эта девчонка молодец. Правильную задумку затеяла. Научиться играть и петь. Потому что, когда поет девушка, это просто... нечто. Я готов ее обучить, мы с ней уже связались, так и вас, ребята, могу научить. У меня в описании есть ссылочка на мои видеокурсы по гитаре и вокалу. Ну а мы продолжаем. Спасибо. Привет! Привет! Сыграй привет! На... А ты знаешь песню какую-нибудь от градуса? Или вообще известную просто песню какую-нибудь? Нет, Зиру. Не знаю. Знаю вот такую песню. Может, слышали, нет? Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать о том, что ты мне очень нравишься. Не лезь ко мне в трусы, залезь мне в душу, но пожалуйста, давай с тобой в этом танце мы потеряемся. Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать о том, что ты мне очень нравишься. Не лезь ко мне в души, залезь мне в душу, но пожалуйста, давай с тобой в этом танце мы потеряемся. Вау, ты очень красиво, ты очень клево поешь. А ты сам учился или музыкалку закончил? Петь сам учился, и это моя, кстати, песня, будете знать. Что? Да ну нафиг. Чё ты врёшь-то, ну вот в наглую? Ну, ты... Я сейчас снимаю, типа, этот видео, реакции на мои песни людей. Что? А где тебя найти? Давай свой канал. Скажи, где тебя найти? Канал Хижина Музыканта. Ого, понятно. Передай привет маме, город Надым. А через сколько видос выйдет? Ну, где-то через дня два, я думаю. Хотите же попасть? Мы, ну, естественно. Передаем привет Надыму. Да-да-да, Надым. Город Надым, я мал Крым наш. Ну, привет, я искала тебя. Меня? Ну, конечно. Ну, ладно, нашла, что дальше? Ну, дальше играй что-нибудь свое, Сектор Газа, что ты знаешь вообще? Ну, знаю многое. Давай загадывай конкретную песню тогда. Кино «Моя девушка больна». Ну, давай. День как день, только ты почему так грусти? Вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочешь сходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна. Когда больна. Вау! Вау, я не ожидала, что такой голос будет красивый. Просто тут чуваки играют на гитарах, типа, ну, так ничего особенного, а тут прям голос такой классный. Обалдеть. Да. Ну, ты привет. Учился, наверное, где-то? Да нет, Цоя уж никто не научит петь. Петь я точно нигде не учился, сам учился вот за счет многократного исполнения. Кстати, чат-рулетка один из способов, наверное, научиться. Да, не то слово.
Блин, я тоже пою, к сожалению, так обстоятельства сложились, у меня с собой ни синтезаторы, ни пианино. Может, акапельно споешь мне что-нибудь, кусочек? Да? Fun life in a beautiful sea, I choose to be happy. You and I, with diamonds in the sky. Хижина музыканта. Здорово. Здорово. Играйте, пожалуйста. Играй. Давай. My voice in your hand, танцем белым со мной летаем. Вся любовь in your eyes, забывай все мои memories. My voice in your hand, танцем белым со мной летаем. Вся любовь in your eyes, забывай все мои memories. Капает с неба на мои кроссы, не понимал, как тебя полюбил. Горели слезы на невнозе, ведь мы с тобою так далеки. Пятерка! Вы где служите? Канада. А, вы курсанты, курсанты? Да. Да. Круто. У тебя есть девушка? Да, да. Да, отлично, я думаю. А вы в поисках? Я тоже русская девушка, брат. Как я могу? А, ты русская девушка тоже? Не, вы тут девчонок ищете, я так думаю, да? Да. Нормально. Удачи, брат. Спасибо вам тоже, давай, пока. Удачи, брат. Привет. Как дела у вас? Ой, спой что-нибудь, пожалуйста. Привет. Привет. Ну, давай, спою. Давай. Может, слышали, нет, мою песню новую? Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать о том, что ты мне очень нравишься. Не лезь ко мне в курсы, залезь мне в душу, ну, пожалуйста. Давай с тобою в этом танце мы потеряемся. Зачем ты раздеваешься? Не лезь ко мне в курсы, залезь мне в душу, ну, пожалуйста. Давай с тобою в этом танце мы потеряемся навсегда. Это круто! Спасибо. Вы слышали эту песню? Да, да, она у меня есть. А спой еще что-нибудь? Ё-моё! Неудобненько вышло, ребята. Я честно не знал до этого момента о том, что рэпер Тини Лин на самом деле уже мертв. Он упал в Новосибирске с 14 этажа. Мне только что вот эта девчонка сообщила. И после смерти он стал популярным. Когда я начинал снимать данное видео, я об этом не знал, поэтому... Приношу свои извинения, если вдруг вас задел фанатов этого рэпера. Приветики. Привет. Здравствуйте. Песни любите? Да. Допустим. Давайте спою тогда. Какую? Давай. Ну, может понравится, может нет, вот такая песня есть. Ты мои боли, на душе оставила мозоли. Твоя совесть нечиста, сама догадайся, кто ты, кто да я. Ты не моя, ты мне устроила войну. Я за это так тебя люблю, ведь я все понял, эй. Я, конечно, все понимаю, ты еще та деловая. Не обойдешься цветами, но я не буду бегать за тобой, не хватало. Лучше найди себе папашу с деньгами, какая же ты дура. По комнате летят и всюду как пули. Грязная посуда, столы и стулья. И так происходит каждый будни. Сколько это будет? Пишите, люди. Подруга проснулась. Что она делает? Проснулась. Подруга проснулась. А, вот видите, я ее разбудил случайно. Вместо не, нормально. Красиво поешь, кстати. Классно. Спасибо. Открывай свет. С добрым утром. Спасибо. О, колбаска, блин, у меня даже колбасы нет, вы жируете? А, ты ко мне в холодильник лазила. Колбаса вкусная. А нет, она, знаешь, она встала с кровати, побежала на кухню, кушать хочу. Да. Ребята, такой вот выпуск получился. Если понравилось, вы знаете уже, что делать. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, обязательно включите верхнюю позицию колокольчика, ну и напишите интересный комментарий, чтобы данное видео увидело больше людей. Все, что от вас требуется. А для вас я готов снять снова новую
часть чат-рулетки, хоть и потрачу на это 5 часов своей жизни драгоценной. Под конец вечера здесь встречаются, кстати, одни мужики. Лучше днем записывать. Вот вам фишечка такая. До скорых встреч. Пока.